городке, а я там жила. Дима Жуков, мой зять, меня просто тогда заразил космосом. Это было много лет назад, потому что я жила в этой атмосфере. Вот все соседи по лестничной площадке были космонавты. Мы ходили в лес на шашлыки, пели патриотические песни. Вот эти все рассказы, эти истории космонавтов, как там все это происходит, как, какие-то случаи, какие-то... Ну, в общем, это настолько дико интересно все. Спасибо Диме Жукову за это, за посвящение меня в этот фантастический мир. Кстати, он сейчас на Байконуре. И это была моя просто мечта. Эта мечта остается мечтой. И именно поэтому сегодня, когда Юля полетела туда, у меня просто был щенячий восторг. Это описать просто невозможно. Меня до сих пор вот потряхивает от этого. Говорила, что вот чувство зависти у меня отсутствует на генетическом уровне. Но тут я реально понимаю, что я просто завидую. Я завидую, ну, по-белому, естественно. Даже не то, что, наверное, завидую, а больше восхищаюсь. Я даже не представляю. Это так круто и круто, что... Да, это огромные бабки, это просто миллиарды. И Роскосмос, конечно, ну... Понятно, как бы весь этот проект, но когда бы мы еще увидели в эфире, в прямом эфире, вот все эти приготовления, все эти эмоции, все эти рассказы, все когда, я считаю, это просто фантастически то, что сегодня произошло, а такого не было, это впервые в истории, это настолько круто, что это просто круто.